к новостям культуры. Студент Астраханского музыкального колледжа вошел в число признанных молодых дарований России. Одноименный общероссийский конкурс собрал юных деятелей искусства в возрасте до 25 лет. Свое мастерство участники могли продемонстрировать в различных жанрах. В номинации «Музыкальное искусство» победителем стал астраханский балалайчник Андрей Мордешов. С народным инструментом молодой артист дружит с детских лет. В его активе уже участие и победы в серьезных музыкальных конкурсах всероссийского масштаба. О том, как проходят будни молодых дарований, рассказывает Анастасия Ширяева. Сегодня у Андрея обычная репетиция, но даже здесь музыкант старается выбрать наиболее сложные произведения. Струнные инструменты требуют особого подхода, говорит артист. Звук, технические моменты, выучить произведение наизусть, отработать, слаженность с концертмейстером. Нравится играть, очень интересно. Звучание народное. Балалайка – инструмент требовательный и деликатный. Для участия в концертной программе необходим сложный аккомпанемент, высокая сыгранность с концертмейстером. У балалайки ограничены звуковые возможности, поэтому концертмейстер должен уметь сыграть так, чтобы не играть громче, чем сольный инструмент. В этом очень большая сложность, учитывая, что наш инструмент очень громкий, он ударный. Я с радостью могу признать, что мне кажется, что с Андреем этот контакт у меня есть. За 5 лет творческому тандему удалось заявить о себе на всероссийских и международных конкурсах. Андрей дважды становился призером молодежных дельфийских игр. Этим летом музыкант назван лауреатом общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Успехом артист обязан и своему педагогу. Лариса Аксенова – одна из немногих женщин-балалайшниц как в Астраханской области, так и в России. Я горжусь, что я играю на этом инструменте. Это замечательный, уникальный инструмент. Замечательный. Это душа, сердце России. Сейчас Андрей и его наставники готовятся к очередному серьезному выступлению. Уже этой осенью Астрахань примет международный конкурс исполнителей на национальных инструментах. Анастасия Ширяева, Владислав Олейников, РЕН-ТВ, Астрахань.